Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и это наш пятничный подкаст, который выходит у нас по пятницам. Насколько вы поняли, сегодня пятница, и помимо этого, сегодня также первый день августа. Поэтому поздравляю всех с тем, что уже 2 месяца лета позади, и значит, что остался нам всего лишь месяцок, чтобы отдохнуть. Точнее, как нам, вам. Вам остался месяцок, чтобы отдохнуть перед учебной неделей или там, я не знаю, чем. И в целом, все, осталось всего месяц лета. У нас, кстати, погода в Челябинске, вот если сейчас посмотреть на то, что пишут по прогнозу, я бы не сказал, что очень радужная. Вот, допустим, сегодня плюс 16-12 градусов. И это ужасно, то есть вот обещают как бы на следующей неделе потепление, но потепление с грозами, поэтому это полная херня. Я ненавижу ту погоду, которая сейчас у нас вообще в Челябинске происходит. Все эти дожди дебильные. Я даже, возможно, немного простыл. Нет. Но я еще не простыл, точно нет. Я не хочу простывать, потому что это было бы фатально. Потому что я бы тогда не смог записывать. Вот. Ну, давайте перейдем к новостям канала. Какие новости канала? Вообще, видео давно не было, потому что мы с Соней делали ремонт. Вот, Соня, помаши в камеру. Вот, мы делали ремонт. И в этой, ну, в комнате, в которой я обычно записываю, в принципе, ну, ложили линолеум, и поэтому я отсюда переезжал временно там наверх, сидел, вот, и поэтому ничего вообще не записывал, то есть видео выходит на канале, но мы записывали их, по-моему, в понедельник, это вот GTA Online, который мы записали несколько серий и записывали именно в понедельник, вот, все остальное, то, что выходило на канале, то есть это либо было запланировано ранее, либо еще, ну, не снималось, в общем, это я точно могу сказать. Поэтому в ближайшем будущем я снова начну прохождение Мафии, даже сегодня начну записывать. А также продолжу запись Happy Wheels. И мы пропустили серию «Девушка играет», в которой мы должны с вами... Давайте посмотрим, что там записать. Всем привет! Так, кстати, почти 1500 лайков вы набрали. Не хватает. Вот, сейчас посмотрю, что... Хотите? Так, чтобы она прошла. Ну вот, Супер Мид Боя, возможно, будет вторая серия, потому что, ну, она достаточно весело играет. Вот, Happy Wheels тоже можно. О, I Wanna Be The Porsche. Вот. Так, I Wanna Be Porsche. Ну вот опять люди хотят, чтобы поиграла мясного пацана она. Dark Soul, The Way Ninja. Ну, в общем, посмотрим, в чем она будет играть. Ну, надо как можно скорее выпускать это видео. Вот. Что еще, какие планы на канал? То есть, ну, надеюсь, что мы сможем записать какую-нибудь игровую кухню. Возможно, сможем записать. Также я хочу продолжить прохождение Мафии. И также хочу продолжить прохождение какой-либо другой игры, которую вы напишите в комментариях. То есть пишите ваши пожелания, я буду прислушиваться. И все, в принципе, будет круто. Вот. Что еще? Заходите в наш паблик ВКонтакте, в котором мы периодически делаем голосование. Я вот думаю запилить в ближайшем будущем ролик про топ-10 игр 2013, исходя из голосования, которые были в паблике. Поэтому так вот, дорогие друзья, поэтому будем ждать. Ну, ждите видео. Надеюсь, что я его сделаю хорошим. Вот, но для этого мне надо немного выздороветь, а то я малость гундосим, и мне это не очень нравится. Что еще? Так, ну, в целом-то, с точки зрения вообще какой-то бытовой жизни, я, как обычно, работаю. Сегодня пятница, это очень круто, потому что пятница — это всегда круто. Потому что последний день рабочей недели, когда можно будет отдохнуть, сходить, возможно, на Стражи Галактики, которые я
хочу посмотреть. Но я думаю, уже на следующей неделе я схожу на этот фильм. Пишите, кстати, комментарии, кто смотрел этот фильм, как он вам, без спойлеров, конечно же. Будет очень интересно почитать. Вот. Ну и в целом, канал продолжает свою жизнь. Армия вообще на меня забила, поэтому я и не парюсь уже на этот счет. Даже и звоните мне буду, пусть идут вообще нахер лесом. Я задолбался им звонить, они мне все посылают нахер, типа... Ну, перезвони нам, что-то, не перезвони нам, а приходи к нам сам и сам разбирайся, что у тебя там с делами. Я думаю, что за пипец. Кстати, ненавижу таких людей, которые добавляются в друзья, а потом делают подписчики. Володя Полевич, ты урод. А, ну да, он же злой школьник, точно. Вот. Ну, в целом, дорогие друзья, вот такие вот новости. Поэтому ставьте лайки, оставляйте комментарии насчет, какую игру пройти дальше, во что поиграть можно, а также, как вам фильм «Стражи Галактики». Ну и как вы вообще собираетесь провести остальное.